перевести направо, там никого нет. Лукао, фейерплея нету, Новиков, здорово, Никаноров в обороне доигрывает. Нырок, Макаров, удар, гол! Макаров ставит точку в матче. Обрати внимание, чем занимался Акбари. Вместо того, чтобы продолжать активно бороться в эпизоде. Долго очень лежал, просил штрафной. Ну, а это победа. Это победа в любом случае для «Спартака». Я думаю, что уже можно поздравлять красно-белых. Алексей Макаров забивает этот мяч. Важнейшая игра.